Привет, дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад у Алёнушки». Мамины розы я вам показала. Теперь хочу показать на данный момент, какие розочки цветут у меня. Потому что розочек у меня много. Но в основном большая часть еще не цветет только на стадии бутонизации. Если розочки, которые были высажены в этом году, то еще только нарастает хорошо зеленая масса. Стараюсь подкормить, чтобы вышли на бутонизацию. Но в данный момент сейчас буду показывать вам те розы, которые цветут, которые пустили несколько бутонов или в стадии полного цветения. Вот такая роза бесшиповная. Честно скажу, название ее не знаю, так как покупала на рынке и уже не помню даже, потому что она у меня очень давно. Я ее в прошлом году пересадила на новое место, так как она заслоняла клематис, мне разрослась очень-очень высоко. Была уже около где-то 1,5 метра и вширь она большая была. И в осенью я ее пересадила. Сейчас на данный момент она цветет очень обильно, хорошо, потому что подкормки я давала и для цветения роз, и на ранней стадии азота содержащие. То есть цветение хорошее. Делала опрыскивание, оставлю ссылочку в описании. Если у вас розы начинают цвести, бутоны открываются, сделайте такое опрыскивание, и будут розы очень хорошо и пышно цвести. Цвет такой насыщенно-розовый. Очень хорошо смотрится и на срезку, потому что даже шипов нет, длинные побеги. Детвора у нас гуляет на улице, поэтому если звуки посторонние есть, это не мои детки. У меня ребенок 7 лет, и поэтому как-то видео снимала, детский совсем голос был. Нет, у меня таких маленьких еще деток нет, но уже и не будет, уже не тот возраст. Вот такая розочка. Сейчас покажу вам вторую розочку, называется Розариум Ютерсон. У меня их две. Две плетистые розы, они находятся сейчас, конечно, в основном в стадии бутонизации. Посмотрите, какие бутоны. Бутонов очень много. И когда, конечно, она распустится в полной силе, она будет смотреться очень шикарно. Расцветка тоже розовая, насыщенная. Смотрится, конечно, очень красиво. Одна из моих любимых розовых расцветок, именно плетистые розы. Розариум Ютерсон. У меня их две. Сейчас покажу еще вторую. Она, конечно, цветет не так, как эта. Еще находится в стадии в основном бутонизации. Если вы заметили на листиках голубой вот такой краб, это обработка была бордоской смесью. Ну и вторую розочку сейчас такую же вам покажу. Розариум Ютерсон, она на фоне клематиса. Вот сейчас только она начинает цвести. Здесь, конечно, меньше, надо подвязать ее, наверное, все же будет. Меньше, конечно, цветоносы сейчас в данный момент, но зато очень много бутонов. Посмотрите, она вся на бутонизации. И на фоне вот такого клематиса я посадила рядышком. Я думаю, когда будет цвести клематис и во всю силу будет цвести такая роза, я думаю, вместе соседство будет вот такое великолепное. Вот такая цвет, конечно, посмотрите, какой камера передает правильно. Насыщенно розовый. И вот, если даже не сосчитать, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 на одной вот такой веточке. Вот одна веточка, вот такая, да, 25 бутонов. Вы представляете, какой вес будет? Поэтому, конечно, ее нужно будет подвязывать мне. Сейчас, друзья, покажу вам еще одну розочку. Розочку. Сейчас мимо как раз прохожу. У меня зацвела гвоздика турецкая. Посмотрите, расцветочки какие. Розовая, малиновая, темно-розовая. Вот такая. А здесь даже она как серединка белая. Это у меня турецкая гвоздика. В прошлом году сеяла ее семенами. Зелень пошла в зиму, и сейчас она мне цветет. Начинают остики мои цвести. Пока мимо прохожу, к розочке покажу вам. Остеосперма называется. Села семенами на рассаду, семена профессиональные. И покажу вам сейчас розочка плетистая. У меня тоже цветет. Высота где-то ее 1,5 метра. Очень обильно цветет. Посмотрите,
Красавица какая. Насыщенно красная, алая. Бутонов тоже еще много, поэтому цвести будет долго. Вот такая расцвела полоса. Сейчас сфокусирую камеру. Вот она как бы полоса темная, полоса светлая. Вот надо обрабатывать. Роза уже опять тля на них напала. Жара стоит после дождей. Вот такая роза, она мне в этом году болела. Я ее срезала почти что полностью. Она серединка светло-светло, такая как бы бежевая. Ну вот так сейчас. Вот посмотрите, как она красиво смотрится. И от светлого переходит в такой насыщенно-насыщенно розовый. А бутон вот так смотрится. Красивая роза. В прошлом году она у меня была, конечно, огромный куст был. Но в этом году она мне заболела. Пришлось срезать ее очень коротко. И сейчас, в данный момент, вот так она разрослась. Красивая роза. Розы в этом году, ой, не в этом году, сегодня покажу вам те, которые хорошо наросли уже на стадии, допустим, цветения. Вот такие розочки, которые в этом году были посажены, но в прошлом еще цветения нету, я вам показывать пока не буду. Сегодня делаю обзор цветущих роз. Вот такая белая. Как невеста, молоко, даже вот такая чуть-чуть серединка, светло-светло-бежевая. Покупала на рынке в прошлом году, цветущую уже. Посмотрите. Для букета невесты шикарно. Вот так. И рядышком вот такая белая спрей. Бутонов очень много на одном. Вот такая розочка, тоже она белая. Бутоны, первый год она у меня в прошлом году не цвела, так как осенью сажала. Вот такая розовая. На срезку исключительная роза, потому что длинные побеги. И на одном побеге 1-2 цветоноса. Поэтому для букета наишикарнейшая. Вот такая плетистая роза, посмотрите, какая красота. У меня здесь было 3 цветоноса, 2 цвели. Конечно, она еще для первого года, в прошлом году осенью ее сажала. Для первого года она маленькая, но первый год все же. Зато цветонос, бутон, наишикарный, абрикосовый. Так, персик, абрикос, внутри более желтая, насыщенная такая, персиковая, наверное, все же. Внутри переходят светлые края. Красивая, очень крупная, с аропатом. И плетистая, только пустила тоже. Она как... бархатная роза, шикарная, тоже первые цветоносы, первые цветения в этом году, тоже осенью ее высаживала. Алло-красная роза здесь, конечно, тоже. Здесь флорибунда розовая, но она еще, посмотрите, только в стадии бутонизации. Здесь в основном на этом участке у меня много спрей, который вот так, нам вот так растет, где очень-очень много бутонов. Или спрей, или миниатюрная, или флорибунда. То есть в этом году как-то здесь у меня участок, где розочки я в основном полюбила на одном побеге много. Это вот или почвопокровники. Вот у меня два почвопокровника. Одна роза. И вторая. Посмотрите, какая бутонизация. Так что, конечно, буду вам снимать видео, показывать свои розы, которые у меня цветут, потому что роз у меня очень много. Сейчас покажу другой участок с розами. Тоже там у меня расцветают мои любимые розы. Самые первые, потому что, когда мы купили дом, там у меня были посажены первые розы. Сейчас вам покажу их цветение. Так, сейчас танцуешь здесь. Итак, смотрите, какие у меня тут розочки. Здесь у меня идут одна, прям вот первая, парковая роза. Она высокая, насыщенно такая вот распуски идет. Розовая, даже малиновая больше. Тоже с ароматом ванили. Роза красивая. И очень высокая. Наверное, где-то 1,2 метра сейчас в данный момент. Бутонов очень много. Посмотрите.
Вот такая красотка. Это у меня парковая роза. Когда полный распуск будет, конечно, обязательно вам покажу. Вот вдалеке вот такая она. Высокая очень. Здесь у меня расцвела вот такая розочка. Желтая переходит на розовая. Здесь роза, знаю ее название сейчас, вспомню, потому что она переходит розово-желтая, она как хамелеон. Потому что одни бутоны бывают более розовые, другие бутоны бывают более желтые. В распуске она имеет несколько оттенков. Но вспомню, потому что у меня их три. Забыла, даже как помнила, забыла, как называется, честно скажу. Такая розочка красивая. Розовая. На срезку тоже великолепно, потому что идет длинный ствол и одна роза. На срезку идеально для букетов. Зацвела у меня вот такая плетистая роза. Цветы, цветочки как будто бы из ткани бархатные. Алло-красная, но сами розы даже не передает, мне кажется, камера, потому что они до такой степени бархатные, как будто бы из настоящего велюра или бархата розочка сделана. В полном распуске, конечно, обязательно расскажу, потом посмотрите, сколько бутонов. Все в стадии бутонизации. Их очень много. Даже я, бывает, и на срезку ее добавляю, потому что она пускает длинные побеги, и можно добавлять ее и на срезку. Красивая роза. Она мне самая первая, которую я покупала из всех розочек. Так что будем ждать полного цветения. Глория Дэй вспомнила. Вот эта роза, где как хамелеон пускает различные, может на одном кусту иметь несколько оттенков и соцветия бутона одним цветом, в распуске другим цветом. Так что эта роза мне очень нравится. Три куста сразу купила. Глория Дэй. Вот такая светло-бежевая, тоже очень хороша для срезки. Даже она немножко бежево-розовая, длинные побеги, поэтому для букетов отличная. Здесь тоже Глория Дэй. И сейчас покажу вам плетистая роза у меня есть. В распуске она вот такая, как абрикосовая. Она, конечно, очень высокая, находится в стадии бутонизации, но будем ждать цветение. Вот такая белая и краешки красные. Очень красивая тоже роза в распуске будет. Здесь у меня куст белый будет роз. Здесь оранжевые дали первые свои цветоносы. Вот такая красотка. Вот так, камеру сфокусировала, вот ее цвет алло-морковный такая. Красивая роза, мне она очень нравится. Тоже длинные побеги пускает, но на одном побеге бывает 1-3 цветоноса. Так что, друзья, цветут мои розы. Начало цветения, конечно, очень мне нравятся розы, потому что они не только украшают участок, и великолепно их срезать и делать букет. Если понравилось мое видео, не забудьте поставить пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю здоровья, красивых цветов. До новых встреч на моем канале. С вами была Аленушка. Пока-пока.